4 начинаю бухать, вот, то есть читать и типа того, и поехали, и вот так. Начинаю я историю, вхожу в студию, беру сангрию, делаем заметки, включаю микрофон, достаю стопки, да, в общем, все готово к читке пива и креветки. Стоп. Микрофон не раз закрыл не для того, чтоб мы тут дурака валяли и бухали, но я уже бокалы приготовил всем нам. Все равно я тут уже давным-давно хлам. Если не дано читать, не надо потеть. Не лезь ни в свое дело, не научишься ты петь. Сколько раз повторять не петь, а читать. Это же не песня, а хип-хоп, твою мать. Это алкогольный рэп, это наш рэп. Это алкогольный рэп, это наш хип-хоп. Это алкогольный рэп, это наш рэп. Это алкогольный рэп, это наш хип-хоп. Сейчас зачту эту строчку без фальши. Чё тут долго думать, все же понятно, кто из нас дольше сможет продержаться у микрофона без передышки. Это как гоняет круглый мячик мальчишки. Знаю, мимо проходил, купил в магазе бутылки. Это мой топинг, я смогу тогда без опинки 50 цента перечитать и даже тупака. В общем, если я бухой, я просто чифрака. В общем, по 0,5 и вперед к микрофону. Чё-то я не помню, когда трезвый был дома. В общем, зачитал я вам тут текст без опинки. Так что на сегодня я король вечеринок. Это алкогольный рэп, это наш рэп. Это алкогольный рэп, это наш хип-хоп. Это алкогольный рэп, это наш рэп. Это алкогольный рэп, это наш хип-хоп. Это алкогольный рэп, это наш рэп. Это алкогольный рэп, это наш хип-хоп.